Хочу быть худой. Еще прекрасней. Так, занимаемся, занимаемся. О, какой у меня хороший спортзал. О, так, взрываем. Что мы никто не ушел? Так. О, обожаю свой зал. В него никто не сможет зайти. Как же это прекрасно. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я пранкану училку. 3, 2, 1. Молодец! Я пранкану училку. Вот это да! Я даже не думала, что у Мисси есть спортзал, который закрыт. Как-то странно. Мисси еще и заколотила, смотрите, как окна. Не обычными досками, а здесь прям особенные какие-то. Интересно, как нам туда зайти? Мисси что-то от нас, видимо, скрывает. Ну хотя это просто ее спортзал. Смотрите, дверь не открывается. Очень странно. Так, ладно. А тогда давайте... О, смотрите, кстати, здесь Мисси ходит у нас по дому. Кстати, посмотрите, здесь вот такая дверь. И здесь вот какой-то сканер странный. И здесь вид на море, видимо, или на реку. Не понимаю. И здесь опять дверь тоже не открывается. Если еще заниматься, то еще и танцевать. Это очень расслабляет меня. Вот это да. Мисси и тем, и тем занимается. И танцует, и... еще и занимается. Круто. Так точно она сможет... похудеть. Не знаю. То, что я ей всегда тортиков приношу, то так не скажу. Ведь, знаете, это прям у нас традиция всегда Мисси кидать тортика. Но, как видите, я еще и взяла капкан. А то есть ей еще будет сюрприз. То есть это... 3 в 1 будет. Ну, может быть. Здесь 2 торта и 1 капкан. Ну, это же реально комбо, можно так сказать. Тройной комбо. О, сейчас закинем Мисси тортика. Что ты делаешь в моем доме? Ой, бежит за мной и... Что? Вы видели, как она меня потащила? Прям вообще... Она меня схватила, да еще и понесла меня. Ух, так еще позанимаемся. И так пробежимся. Йога, йога, йога. А на шарики. Ох. Как я устал. Да, она, видимо, сколько раз она вообще в день занимается? Ну, это же столько много надо заниматься. Мне кажется, она занимается 3, 4, 5 раз. Вообще, раз в, ну, в день. И еще она несколько раз танцует в день. Ну, это же капец. Так, давайте... Капканчика. Ладненько. Так. О, а здесь еще лежит тортик. Специально для того, чтобы мы закинули это вместе. Так, вместе что-то забагалось. Вы только посмотрите, оно ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Странненько, 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 странненько. О, все идет. Сейчас повалится на капкан. Смотрите! О, какой больно капкан! Кто это поставил его сюда? Ладно. Слишком больно мне. А давайте я еще и тортика скинем. Эй, ты! Че ты в меня тортом кидаешься? Вот это да! Она даже не заорала. Как-то странно, обычно она орёт, что... что я в нее тортом кидаю. Она прям идет, бежит за мной. Прям упорно. Так, лучше побежать. А то если я подойду, может быть, к ее секретной комнате, то... будет нехорошо. Так, открываем дверь. Так, может быть, она меня здесь запалит. Так, убегаем.
Интересно, где он здесь в моем доме находится? Так, ладно, надо вести себя спокойно. Да, она очень, кстати, спокойно себя ведет. Прям вообще не волнуется. Ладно, ладно, сейчас я запрыгнула и Мисти. И она опять бежит за мной, даже то, что такое-то. Мисти все бегает за мной, да и бегает. Давайте зайдем в эту комнату, она самая дальняя. О, скотч! Точняк, он точно пригодится. Точнее, может быть. Потому что... Я не знаю. Так, все, Мисти вроде бы ушла. Я же вроде бы пролезала через окно. О, вот все, закрыла. Так, пройдемте. Только нужно осторожнее, потому что Мисти находится на первом этаже. А это очень опасно. Ну как, для меня это опасно. Потому что Мисти прям вообще за мной прям следит вообще. Я спускаюсь, да она сразу бежит за мной. О, смотрите, на бутылке отпечатки пальцев. Давайте скотчем их возьмем. Отлично. О, пусть Элик тут поработает. Вдруг Мисти сейчас пойдет и посмотрит как раз таки телевизор. Вместе с ее любимым сериалом. Так, ладно. А теперь поднимаемся на второй этаж. Может быть, это сканер отпечатков пальцев? Ну, ломик все-таки надо на всякий случай взять. Ну, без капкана, без лома или без торта, ну, без торта это вообще никак, то на всякий случай нужно взять лом. Если торты у Мисти закончились. Хотя, как они у нее могут закончиться? Смотрите, дверь не открывается. Так, а теперь вставляем отпечатки пальцев. Отлично. А теперь давайте войдем. А что будет, если вот так сделать? О, дверь закрылась. А мы не сможем войти. Нет. Это был мой единственный шанс. А я взяла отпечаток, в итоге дверь закрылась. Так, а давайте сейчас сделаем все так же. Возьмем скотч. И опять же возьмем отпечаток в пальце. Так, давайте это сделаем в какой комнате? В этой комнате. Давайте в магазине купим. Так, все. Купили мы скотч. Это хорошо. Ну, а теперь идемте и возьмем отпечаток пальца. Так, ну, здесь нам ничего не понадобится. Так, и... Отпечаток пальца, то есть бутылка. Она находится на первом этаже, а именно здесь. Поэтому берем здесь. О, мы не можем взять отпечаток пальцев. Все, видимо, стерлись отпечатки пальцев. Ну, хотя там остались, ну, ладно. Значит, зря я брала скотч. Делаем вывод такой. Так, Мисти идет в какую-то комнату. Что ли, в свою? Чё этот отпечаток пальца был? Ну, отпечаток пальца был ваш. Ну ладно. Ничего страшного, ведь мы пробуем еще раз. Так, тренируемся. Так, третий раз, день раз за день. Та-да-да-да-дам, бам, шарик. Ох, запаривайся, я занимался. Хочется побыстрее бросить это. Ой, ладно, все, собралась. Так, все, вожу кот, так. Теперь ко мне никто не зайдет. Только, по-моему, отпечатку пальца. Отпечаток пальца только у Мисти. Да, отпечаток пальца только у Мисти, я с этим соглашусь. А вот как нам взять отпечаток пальца? Ну, вроде бы я поняла, взять скотч и на скотч прикрепить отпечаток пальца. А дальше-то что делать? Ведь я туда зашла, и что нужно сделать? Ну, наша тактика это просто ходить по дому и смотреть, что есть, потому что наверняка в доме всегда что-то есть. А именно, когда что-то светится, то это обозначает, что может быть понадобится для пранка. Но скотч мы знаем, что находится здесь. А теперь пойдемте тогда уж... Так, капкан здесь не нужен. Мисти куда пошла? Ну, не знаю.
Так, в принципе, давайте возьмем ломика. В принципе, он нам может понадобиться. Когда, например, Месси побежит за нами, что вы будете делать? Кто-то будет бежать, кто-то будет видеть торта. А я, например, ломом воспользуюсь. Так, ладно, я беру скотч с отпечатками пальцев. Но, конечно, первый получился не очень удачный, поэтому я сделал второй. Месси бежит. Но для я и для этого брала лом. Она пока приходит в себя, нужно нам быстрее убежать. Ну, я не успела убежать. Поэтому я бегу уже, чтобы искать разные вещи. Потому что на первом этаже, как вы видели, ничего особого такого прикольного нет. О, точно, суперклей! Точняк, вот он нам понадобится. А сейчас нам надо бегом бежать. Ну, можно идти. Собственно, делать пранк. Так, бросаем капкан. О, можно здесь кинуть капкан. Так, все, берем отпечатки пальцев. Все, отлично. Сейчас сюда наливаем клей, как я так понимаю. А теперь обратно берем отпечатки пальцев. И ждем, пока она будет опять заниматься. Она уже бежит заниматься, как вы видите. О, моя бедная нога! Вот это да! Месси, по-моему, уже опять идет заниматься. Ну, станет же она столько заниматься. Так, давай сюда прыгай. О, а как встать? Сосед, помоги! О, я не знаю, чем помочь, я сам не могу встать. О, как нам встать? А что, мы прыгаем? О, нет! О, на землю? Что? О, нет! Помогите! О, как больно! Вот это да! Вы видели, как они даже на улицу выпрыгнули с этими шарами? Но выглядело это очень смешно. Ставь лайк, собираюсь это видео, подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы пропустить новое видео. Но пока перейдите в следующее мое видео. Увидимся там!